Никого не боится. Поживем, увидим. Алло? Да, Василий Петрович. Ага. Понятно. Значит так. Федулова, Шабицкого, Жагара вычеркнуть. Ага. Сделаю, Василий Петрович. А я что говорил? А спорим, что Макаров все равно свой фельетон в таком виде не даст печатать. Спорим. На что? На пол-литра. Я не пью. Тогда на руб 49. Давай. Женя! Да. Разбей. Ну, дорогой Миша, ну я же не перестраховщик. Нет. Ну, поставь себя хоть на секунду на мое место. Ну, представь себя в моем положении. Ну? Ну, скажи, ты бы разрешил порочить уважаемых людей, не имея убедительных доказательств? Нет, не разрешил бы. Ну, вот видишь? Ну, у меня-то есть доказательства? Мало. Поверхностно. Вообще, скажу тебе откровенно, это выглядит как сведение личных счетов. Какие личные счеты? Я этих людей в глаза не видел. Правильно. Вот очень плохо, что ты их не видел в глаза. Ну хорошо, Василий Петрович. Может быть, вы и правы. Только в таком случае прошу вас не печатать мой фельетон в том виде, в который вы его привели, а подождать, пока я соберу еще материал. Да, твоя взяла. Не будешь спорить. Мишка парень принципиальный. Почем картошка? 30 копеек. А мандарины почем? 5. Вот где вах. Безобразие. Ах? В магазине по 10, а у них 30. Ну идите в магазин. Не ваше дело. Взвесьте мне 4 килограмма на рубль. Девушка! Девушка, вы не в колхозе работаете? А где же еще? Вам 3,5 килограмма. А я просила 4. Ну, а тогда мне еще 20 копеек. Сколько вам? Нет, ну, мне не нужно. Вы мне лучше расскажите, почему берут вашу картошку, если в магазине в 3 раза дешевле? О, чудак-человек, у нас же картошка как яблочко, одна к одной. А там гниль. Берите, не прогадаете. Почем ваша картошка? 30 копеек, бабушка. Вон там 20 тетка просит. А дайте, если просит. Дайте. А та картошка откуда берется? Она что, какая? Заграничная, что ли? Магазинная? Почему заграничная? Наша. Только мы свою бережем, а они сваливают как попало. А так все то же самое. Вам сколько? 2 килограммчика. Пожалуйста, 60 копеек. Прошу. Спасибо. А вам не обидно, что ваши труды пропадают? Конечно, обидно. Мы старались, вкалывали, знаете, даже на 60% план перевыполнили. Но мы то и все, знамя, ура! И все на помойку. Взяли бы и написали. Куда написать? В газету. Ха-ха. Что? Ха. Да кто же это напечатает? А хоть бы я. Ты? А вот. Правда. А ну-ка, покажи. Пожалуйста. Верно, из газеты. А я думала просто так, сухари сушишь. Какие сухари? Ну, познакомиться хочешь. Ну, что вы? А что? Девка молодая, ладная. Да будет тебе. Да ладно. Я материал собираю. Какой материал? Для фельетона. А что это такое? Ну, в общем, я хочу написать о людях, которые мешают нам нормально жить и работать. Да ты что, вроде прокурора, что ли? Вроде. Хорошее сравнение. Только прокурор наказывает, а фельетонист
высмеивает. А, ну тогда ты к нам в колхоз приезжай. Мы тебе этого материала подкинем. Может быть, приеду. А куда? Чернореченский район, колхоз «Весна». Спасибо. До свидания. До свидания, девушка. До свидания. А ее Машей кличут. До свидания, Маша. До свидания, Михаил Иванович. Как же приедет. О чем картошка? 30. А по 20? Сколько вам? 10 килограмм. По 25. Ну... На базаре-то. Ну да, в том-то и дело, что на базаре. Ты знаешь, у меня сердце так и ёкнуло, я говорю, не надо. А он так улыбнулся, а потом покраснел, весь мне даже его жалко стало. Я ему говорю, почитайте стихи. Так ты говоришь, филитонист. Ну что, филитонист, а он и стихи пишет. Для себя, понимаешь? Думаешь, он стихов не может написать? Разобьем? Давай, пошли. Разрешите? Разрешите? Что это у тебя за прическа? Даже смотреть противно. Чудачка, сейчас вот такая. Битлз называется. Без ручек. Ножей совсем нет. Кормят отвратительно. Так и говорили все выступавшие на конференции. М. Макаров. Ой, это же здорово. Мам, кормят отвратительно. Это смешно. Да что с тобой? Ой, мам, ты ничего не понимаешь. Да тише ты, тише. Ребят разбудишь.
Приехали! Слышь! Ну, спасибо, друг, выручил. Сколько с меня? Да не надо ничего. Почему не надо? Вы же работали. Какая же это работа? Я ж по пути. Слушай, что у тебя сигареты, а? Немецкие. Ого, дай закурить, а. Возьмите всю пачку. Возьмите. Не надо, они слабые. Маш! Маша! Чего тебе? Твой хакарь приехал. Здравствуйте. Здрасте. Иванов. Макаров. Изучаете? Да. Правильно. Вы из какой газеты будете? Я из «Радуги». А, хорошо. Садитесь. Благодарю вас. Устраивайтесь поудобнее. А я вам все и расскажу. Выложу, как говорится, все. Спасибо. Как на тарелочке. Значит так. Как мы достигли высоких, я бы сказал, рекордных показателей? Ну, прежде всего, трудолюбием, дисциплиной. Ну и, конечно, глубоко научным подходом. Но первая дисциплина. Чуть расцветает, а вы уже на ногах. Помню, как теперь над рекой клубится туман, а она блестит и дышит. Вся покрыта росой, черная, жирная земля. Это Волков из «Известий» написал. Да. Ой, девчата, заходите. Нам товарищ из газет приехал. Знакомьтесь, это наш золотой фонд. Маша Федорова. Здрасте. Здрасте. Садись, садись. Макаров. Макаров. Маша, садись. Спасибо. Ну, девчата, рассказывайте. Как вы совершили свой трудовой подвиг? А зачем ему про подвиг-то? Ему что-нибудь смешное надо. Это почему же? Да потому что он филитонист. Ну да. Это что, правда? Правда? Тогда вы, дорогой товарищ, не по адресу попали. Наш колхоз передовой. По нас весь район равняется. Это вам надо бы в «Зарю». Вот там для вас материалы хоть отбавляй. Вот им нужны Гоголи, Щедрины, а нам нет. Нас увольте. Да я, собственно, по другому поводу. Понимаете ли, меня интересует проблема хранения овощей. В частности, картошки. Я хочу проследить ее путь, так сказать, от уборки до прилавка. Все равно, дорогой товарищ, не по адресу. Тогда вам заготов в контору к товарищу Федолову, к Семену Семеновичу. А у нас что? У нас, если хотите знать, план картошки почти в два раза перевыполнен. У нас полный порядок. А Петя Лихов? Подсказываешь, да? Подсказываешь. Верно, правильно, у нас тоже есть свое пятно. Нерочка, поищи Лихова. А он здесь, в приемной. Лихов! Чего? Чего? Поздороваться полагается. Товарищ из-за тебя специально из области приехал. Здрасте. Да мы уже виделись. Ну, рассказывай. А что рассказывать-то? Про свои славные дела, как колхоз позоришь. Про картошку. А. В то время, как наш колхоз неутомимой поступью занял первое место в районе, а наш район по области, я, отвозя плоды наших трудов на загадпункт, посеял 2 мешка картошки из-за недозволенной скорости и плохого состояния дорог. Я осознал свои ошибки. Нет, ты расскажи, почему ты ехал с недозволенной скоростью? Я-то? Ты-то. А, это мы с Митричем 2 бутылки красного раздавили. Это во время-то работы. Так я ж для дела. Если б я ему не поставил, разве он мне сменил баллоны? Черта лысого бы. Ты, может, гордишься своим поступком? Нет. Ну, тогда говори. Я нарушаю трудовую дисциплину, своим аморальным поступком бросил тень на светлое лицо славного труженика колхозных полей. В то время как вся наша страна и... А почему вы не подобрали эти мешки? А, ну я пока чухался, их сперли. Говори дальше. Я осознал свои ошибки и искуплю свою вину путем трудовых подвигов. Все. Правильно, молодец. Вот вам и материал, пишите. За ушко да на солнышко. Видите ли,
товарищ Лихов потерял 2 мешка картошки. Это, конечно, нехорошо. Так я ж заплатил! Но ведь есть люди, по вине которых пропадают не мешки, как в данном случае, а тонны, сотни тонн народного добра. И, по-моему, следует с ними бороться. Правильно. Вот у Федулова Семен Семеновича в Райзаготе. Вы посмотрели, что там творится. У него целые горы овощей под открытым небом гниют. Действительно. Мы, понимаете ли, стараемся, а он... Товарищи, а почему бы вам не написать коллективное письмо в нашу газету? Мы его напечатаем и вас поддержим. Нет, не надо. Почему? Не стоит. А ведь вы же сами говорили. Так кто говорил, а то писать. Нет, мы свое дело сделали, теперь пусть они свое делают. Это их забота. Неверно вы говорите. Вот тебе легко рассуждать. А мне потом в район нос не кажи. Мне для пользы дела, для хозяйства авторитет нужен. Меня сейчас за милую душу везде первоочередно принимают. Мы рекордный урожай вырастили, и все, все. Нет, не все. Это что же получается? Мы стараемся, вкалываем. Вообще, чуть расцветает, мы уже на ногах. Так все это коту под хвост. А почему коту? Тебе за это деньги платят. Нет, ну деньги это хорошо. Да только ж мы не из-за денег стараемся. Мы хотим, чтобы наш труд хоть какую-то пользу приносил, чтобы люди нам спасибо сказали. Нет, вы как хотите, а я под этим письмом 2 руками подписываюсь. И я. И я. Почитайте нам, пожалуйста, стихи. Какие стихи? Свои. Я не поэт, у меня нет стихов. Не стесняется. Тим-да-дим-да-дам-да-дам-да-да-да-дам-тим-да-дам-да-дам-да-дам. Люди гибнут за металл, сатана там правит бал. Ой, осторожно. Тим-да-дам. Семен Семенович. Да? Мне только что из Весны позвонили. А что надо? Там на вас фельетон пишут. Зачем? Интриги. Вот в эту самую секунду там, в правлении, сидит корреспондент областной газеты и стряпает на вас письмо. Ехать надо. Осторожнее вас уколю. Пустите, мне надо ехать. Да вы с ума сошли, скандал будет. Пусть будет. Там человек погибает. Какой человек? Хороший. Бабушка, не бойтесь! Не бойтесь, я не настоящий! Это просто у меня костюм такой! Вы лучше скажите, как проехать в правление? Где здесь оно у вас? Я тебе сейчас покажу костюмчик, нечистая сила! Это ты правильно. Это ты молодец. Да, ну, что? Ну, будь. Если что, так придем ко мне. Я тебя поддержу. Спасибо. Ну и ну. Кто это? А, это вы? А мне, пока я там сидел, какой-то волшебник машину вымыл. Это вы? Сколько я вам должен? Ну зачем вы так? Ой, простите, это я по привычке. Спасибо большое. Что ж это ваша жена за вами так плохо смотрит? Вон у вас пуговица оторвалась на плаще. А у меня нет жены. Ну да. Пошли! Ну, наверное, кто-нибудь напился, он. Черта не видали? Какого черта? С портфелем. Да вон туда, кто-то пробежал. Куда? Да вон туда. Ну, я сейчас ему покажу, как людей пугать. Ну и люди. Мужественная женщина, не всякая решится поднять хворостину на черта, да еще с портфелем. Да. А вот вы храбрый. Я? Ну, что вы. Правда, правда. Вы такой принципиальный. Ну, мне пора. Уже. Вот, возьмите на дорогу. А что это? Пирожки мама испекла. Спасибо. Не надо. До свидания. До свидания. А мы к вам скоро на совещание приедем в город. Обязательно позвоните мне. Позвоню. До свидания. До свидания. До свидания.
Не бойся, это я, Семен Семенович. Где он? Кто? Корреспондент тот. А, уже пронюхал. Нет корреспондента, уехал. Нажаловался, небось? Да не жаловался я, это народ осуждает. Склочник ты, а не передовик, дезинформатор. Но ты полегче. Тару, хранилище, транспорт все обеспечили, а ты что, на закон полномерного развития наплевал? Да не кидайся ты словами, ну при чем здесь закон? А при чем? При том, где я твою картошку буду хранить? В доме? Куда я ее дену, когда у меня складов не хватает? А? Письмо чернореченских колхозников. Это документ потрясающей силы. Восклицательный знак. У меня уже стерся восклицательный знак. Ничего для такого дела не жалко. Позволительно спросить у областного начальства и лично у товарища Королева. Может, не нам, товарищ Королева? Надо. И лично у товарища Королева. Смешно. Кто ответит за погибший картофель? За обманутую веру колхозников? За преступную халатность руководителя районной заготовительной конторы, товарища Федулова. Вопросительный знак. Наконец-то, вопросительный. Федулов виноват? Да, восклицательный знак. Но он ли один вопросительный знак? Нет, восклицательный знак. Куда смотрел руководитель областного потребительского союза товарищ Жабицкий? Почему молчит руководитель промышленного пищевого союза товарищ Жагар? Вопросительный знак. О чем думает руководитель областного исполнительного комитета? Товарищ Королев, вопросительный знак. Мы никому не позволим губить плоды самоотверженного труда колхозников. Мы никому не позволим подрывать веру людей в правду и справедливость. Точка. А у меня здесь написано, опираясь на собственный опыт. А по-моему, лучше сказать, на наш коллективный опыт. У тебя на собственный? Да. Предлагаешь коллективный? Конечно. Коллективный? Валя. А ты чего не учишь? Мы тебя первым выпустим. А почему это меня? А как же? Сначала всегда немножко о недостатках говорят, а потом уж к финалу о достижениях. Поэтому учи. А чем мне учить? Я наизусть все знаю. Ну, слушай. В то время как наш колхоз неутомимой поступью занял первое место по району, а наш район по области, я, отвозя плоды наших трудов в рай за год, посеял 2 мешка картошки из-за недозволенной скорости и плохого состояния дорог. Не надо про плохую дорогу, не надо. Я же тебе говорил. И потом, что это за рай за год? Говори полностью, районная заготовительная контора. Ну? Хорошо. Я, нарушая трудовую дисциплину, своим аморальным поступком бросил тень на светлое лицо славного труженика колхозных полей, в то время как вся наша страна... Хватит, знаешь. Пантелеймон Евлампич. Да. А вы влюблялись когда-нибудь? Чего? Ну, была у вас первая любовь. Любовь? У тебя что, про нее написано, что ли? Да нет, это я просто так спрашиваю. Вот видишь, спрашиваешь, а ты бы лучше учила, чем глупый вопрос спрашивала. А любовь была первая. И неоднократно. Маш! Маш! Чего тебе? Я фельетон написал. Про что? Про себя. Товарищи, кто из колхоза «Весна», прошу подойти сюда. Товарищи, кто из колхоза «Весна»? Товарищи, кто из колхоза «Весна»? Мы! Мы из колхоза «Весна». Добро пожаловать. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Это все ваши? Да-да. Ага. С приездом вас, товарищи. Спасибо. С приездом. Спасибо. С приездом. Спасибо. С приездом. С приездом. Вас с приездом. Товарищи, сейчас мы сфотографируемся. Марк, ты готов? Так, немного поплотнее. Ближе, ближе. Нет, нет, товарищ, мы сюда, в центр. Одну минуточку. Петя, отдай цветы товарищу. А сам пойди стань в сторонку. Так почему? Сам знаешь, не заслужил. Иди. Приготовились, Марк? Мы готовы. Улыбнитесь.
поставь ты себя на мое место. Ну, вообрази себя хоть на секундочку в моем положении, говорит он. Хорошо, Вася, дорогой, я уже вообразил, отвечаю я. Мишенька, ну стал бы ты порочить уважаемых людей, не имея достаточных доказательств. Как всегда, справедливо, скажет он. Нет, Вася, не стал бы. Вот, виляй хвостом, скажешь ты. То-то, вот так-то, дорогой Миша, скажет Вася. Одну секундочку, скажу я. Вася, а ты вот это видел? Что это? А это, Вася, письмо чернореченских колхозников. А? Доказательства? Ну, может быть. Васенька, а ты вот это видел? А это что? А это фотографии и изобразительный материал. Факты. Миша, родной, он кинется к тебе на грудь. Нет! Пошел отсюда вон, скажет он. Здравствуйте, товарищ Макаров. Лих, привет. Вы привет. Когда приехали? Сегодня. А Маша тоже приехала? Тоже приехала, в парикмахерскую пошла. Я филетончик про себя написал. Может, взгляните, а? Давайте. А, это к нему. Он письмами заведует. Да, Макаров я. Здравствуйте, Машенька. С приездом. У нас все в полном порядке. Завтра будет в газете. С редактором еще не говорил, но вы не беспокойтесь. Как только он появится, я его сразу возьму за рога. Машенька, приезжайте к нам в редакцию. Разопьем по такому случаю бутылочку шампанского. Жду. Ну как? Забавно. Правда? Да. Так я о себе сколько хотите могу написать. Пока не надо. Слушай, как тебе не стыдно? Сидишь пьяный за рулем, ведь там дети бегают. Задавить можешь. Миш, бегают там дети? Бегают, бегают. Вот видишь, могло быть убийство. А получилось наоборот? Что наоборот? Если я тогда бы не выпил бы, я, может, простудился и умер бы. Ух, интересная постановка вопроса. Не, правда. Я как из пруда вылез, так аж... О, трясло как меня. А кто тебя просил лезть в пруд-то? Никто. А зачем полез? Так пацаны тонули. Какие пацаны? Здоровые, лет по пять уж. Ну-ну-ну. Еду. Так. Смотрю, у них лодка пнулась. Так. Ну, думаю, вытащу, по шее накостыляю. Ну? Ну, одному накостылял, а другой смылся. Как фамилии ребят, знаешь? А на кой они мне? А как называется пруд? Пруд-то? Да. Ну, пруд известно, как глухая яма. Ну, на худой конец этого хватит. А как с филитончиком? Слушай, так ведь ты ж герой. Ну? Да. Иди в пятую комнату к Малахову из отдела происшествий. Он тебя давно ждет. Так, а с филитончиком как? Подумаем. Иди. Ну, будь. До свидания. Солдатов не появляться? Здравствуйте, Евгений Евгеньевич. Нет еще, он на совещании. Ну, как Миша съездил? Удачно? Вполне. Может, заглянете? Некогда. Главный придет, посмотрит. Ну, работайте. Вот трус. Это он убежал, чтобы мнение своего не высказывать. Как будто оно у него есть. Нет, пускай. Я ему говорю, у меня масса дел, а он говорит, дожди с главного. Ой, Гуславчик. Привет, рыцарям пера и чернильницы. Здравствуйте. Привет, но только без чернильницы. У нас Шариковы. Слушайте, хлопцы, у меня к вам просьба. Нужно написать разгромную рецензию. На кого? На меня. Зачем вам это понадобилось? Все стали заниматься самобичеванием. Просто эпидемия. Вы серьезно? Вполне. Я с большим удовольствием. Только шеф не пропустит. Почему? Ну, вы ведь у нас в области классик. Послушайте, а зачем вам это надо? Да понимаешь, выставка у меня сейчас, а народу никого. Дождь, понимаешь, все дома сидят. А вот если вы меня обругаете, там, абстракционистом обзовете или еще как, сразу хлынут. Кошмар на цыпочках. Шеф не пропустит. Я бы с удовольствием. Гнать его нужно, вашего шефа. Перестраховщик, понимаешь ли, молодежь надо выдвигать. Вот Макарова, например, ну чем не главный, а? А что, он ничего. Ты представляешь, Миша, что было бы, если бы тебя в самом деле шефом сделали? Блеск! Я бы совсем на работу не ходила. Я бы здесь навел порядок. У меня бы все эти бюрократы затряслись. Никакой пощады. Точно, мы бы с тобой в заповедник, на охоту, на казенной машине. Никакой охоты, никаких поблажек. Товарищи, как главный редактор нашей газеты, я бы прямо заявил. Бюрократам и конъюнктурщикам с нами не по пути. Правильно. Им не место в нашем здоровом, в общем-то, коллективе. Нам не надо мелочной опеки. Пора, наконец, самостоятельно решать вопросы. Ой. А вам, товарищ Солдатов, сказал бы я главное. Дорогой Вася, спасибо за все то, чему вы нас научили. Мы высоко ценим ваши заслуги, но вы, ну вы отстали от жизни. Ой, Мишенька!
Простите, вы что ищете? Справедливости. А, это вот в 33-й комнате. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Павловна, вы умеете хранить тайны? Как же, я же раньше в ящике работала, там знаете, какие порядки на этот счет. Ну, понятно, понятно. Вот что сейчас услышите, проглотите. Евгений Евгеньевич? Да, это я. С аэродрома. Стечение обстоятельств. Да, срочно улетаю. Как улетаете? Куда? А кто вместо вас остается? Кто? Нет, я ничего не говорю. Да, молодой. Да, принципиальный. Я скажу, но вы ему тоже скажите. Миша, я правду говорю. Вы назначены в Рио главного редактора газеты. Спасибо. Но не остроумно. Я не забирался остыть. Да? Сейчас. Миша Михаил Иванович. Да. Сказал. А почему я? Нет, я не испугался, но... Ну что же, счастливого пути, Василий Петрович. До свидания. Ну, что я говорю? Ой, правда, значит. Мишенька, можно я домой пойду? У меня масса дел. Ну, значит так. Я вас здесь запрусь и побуду до 5 часов. Только вы об этом никому ни слова, что я здесь. Договорились? Нельзя. Почему нельзя? Это же просто шутка. Такая же шутка, когда у меня здесь инвентарь казенный. Ну и что? Что с ним сделается? Я не знаю. Ну, кому нужны ваши щетки-метелки? Или вы думаете, что я вас что-нибудь унесу? Ну, вы какая-то смешная. Ну, вы что, действительно меня подозреваете? Не знаю. Ну, это уже черт знает что. Ну, хорошо, хорошо, давайте так. Вы меня запрете на ключ и возьмете его с собой. Только ровно в 5 вы должны меня будете выпустить отсюда. Ровно в 5, это очень важно. Ну, что вы молчите? Ну, что вы молчите? Ну, что вы молчите? Я даже отсюда выбраться не могу! У вас даже и окон здесь нет. Ну ладно. Оставайтесь. Ну вот и хорошо. Вот, слушай дальше. Это бездарная мазня, ибо то, что я видел, нельзя назвать иначе, как мазней, не имеет ничего общего с живописью. В лучшем случае произведение Устюгова можно сравнить с раскрашенными фотографиями рыночного производства. Ну как? По-моему, он должен быть доволен. Ну, конечно, куда уж больше, разве только матом. Матом нельзя. У вас свободно? А, герой, садись. Ну что, был у Малахова? Был. Ну как, порядок? Нет. Что такое? Им названия пруда недостаточно, им фамилии пацанов нужно. Так ведь это недалеко, может, смотался бы? Далеко, колхоз Заря. Так ты позвони в эту Зарю, узнай фамилии ребят. Может, сегодняшний номер успеет. Ребят, виску пьете? Какую виску? Джонни Йокер. Ты когда-нибудь пил виски? Нет, только читал. Может, закусочки еще взять, а? Да нет, мы уже. Слушай, а ты где ее достал? У нас сельпу навалом. Я приятелю привез, но ради праздника. Какой праздник? Разве сегодня праздник? Какое сегодня число? Это у меня праздник. Чуть было в прессу не попал. Ну, чокаться не надо, а то выгонят. Сила не хуже самогона. Нам вы что не пьете? Нельзя, мы на работе. Ну не за баранкой же. Все равно нельзя. Ну как хотите, я от души предлагаю. О, Макаров идет. Хороший он парень. Бери, говорит, Петь, всю пачку. Слышь?
Ну, на кой она мне? Вот такой парень. Мальчики, скажите, занято. Миша! Ты зачем в очередь стоишь? Товарищи, пропусти товарища Макарова, без очереди у него масса дел. Катя, а куда смотришь? Михаил Иванович, ну зачем вы себя беспокоите? Позвоните, я в кабинет принесу. Что такое, зачем это? Так положено. Так нужно. Что вы будете брать? Я чай, пирожки. Пожалуйста. Пирожки свежие? Как всегда. Садитесь, я сейчас вам все принесу. Да, садитесь. Макаров, ничего. Макаров, иди к нам. Ну иди. На вот, выпей-ка. Что это такое? Коньяк? Виски, Джонни Йоркер. Я не пью и вам не советую. На работе, товарищи, все. Слушаемся, товарищ начальник. Вот ты лучше послушаешь, что я написал про Устюгова. Ну-ка дай сюда, я сам посмотрю. Глазами мне так лучше. Вот, держите. С тебя 40 копеек. Мишенька, можно я домой пойду? У меня голова очень болит. Нет. Бюрократ ты. На, порви и выбрось. Почему это? Да не серьезно все. Так ведь он сам меня просил. Что это? Виски, Джонни Йоркер! Ой, какая гадость, никогда не пила. А ты закуси, на! Ой, мальчики, голова кружится. Ой, как весело! А что? Кутить за ваше здоровье. Больше не надо. Мишенька, ты прелесть. Дай я тебя поцелую. Марья Дмитриевна, люди смотрят. Я же тебя целую, ты как мать. Марья Дмитриевна, не надо, нехорошо. А сам нашу Машку в руку целовал на базаре. Ох, разбойник. А ты говорил, не пойдет. Она еще хуже стала. То есть не хуже, а острее. Смотри, теперь не только Федулова, да, самому королеву удалось. Спорим? Спорим. Только предупреждаю. Пока Мишка Макаров за главного, плакали твои денежки. Поживем, увидим. Вот здесь, читайте. Заводу счетно-аналитических машин требуются гальваники и лакировщицы. Ну и что? Нехорошее слово. Лакировщицы. Сейчас не модно. Да? А что ждет? Надо менять. Я выясню. А вот еще на первой полосе. Два материала. Есть 100% и липовые проценты. Нехорошо. Липовые проценты надо переименовать. Очковтирательство, так будет лучше. Это какое-то избитое слово. Лучше неудача. А? Ну что же, можно. Ну вот. Евгений Евгеньевич, да? Вы познакомились с моим послесловием к письму чернореченских колхозников? Да. И каково ваше суждение? Интересно, конечно. Вы теперь не только автор, вы сам себе судья. Знаете, в древнем обывательском совете «Не порть себе биографию» есть рациональное зерно. Эх, Евгений Евгеньевич, чувствуется у вас школа Солдатова. Там, кстати, в приемной Федулов сидит. Пустите? Конечно. Позвольте. Пожалуйста, проходите, садитесь. Спасибо, я лучше постою. Нет, нет, вы сядьте, мне так с вами удобнее будет разговаривать. Слушаюсь. Слушаю вас. Ну? Вы воблу любите? Какую воблу? Сушеную. Вот случайно достал, могу поделиться. Нет, благодарю вас. Ну, не стесняйтесь. У меня много, у меня 2 кило. С пивом очень хорошо. Это что же, взятка? Да. Возьмите сейчас же обратно. Слушаюсь. Сядьте. Слушаюсь. Вы по поводу фельетона? Да. Зря теряете время. Все уже решено. Вам придется отвечать. Я не виноват. Раньше думать надо было об этом. Разве я не думал? Я... Михаил Иванович, пожалуйста, подпишите. Что это такое? Это поздравление. У Евгения Евгеньевича сегодня день рождения. Как день рождения? Мы же месяц тому назад праздновали. Да кто же именины были? Мы по рублю собираем.
У меня только 70 копеек. Я завтра принесу. Хорошо. Возьмите от меня. Прекратите! Слушаюсь. Что еще? Шофер просит обедать. Если вам не нужно отпустить... Отпустите. Жена от меня уйдет. И правильно сделает. Нет, неправильно. Она просто чересчур принципиальная. Поверит всему, что вы тут накатали, подумает и вправду, что я народное добро гублю, и уйдет. Вам-то наплевать? А мы все-таки 20 лет прожили. Дети у нас. Слушайте, Федулов, ну подумайте сами. У нас задача говорить людям правду. Как же мы можем умолчать о тех безобразиях, вопиющих безобразиях, которые творятся в вашей конторе? Правду! Да начихать вам на правду! Народили картошки в два раза против плана, а куда ее дену? К себе домой, что ли, возьму? Так у меня всего одна комната! Ну вот, теперь получается, что колхозники виноваты в том, что вы заранее не подготовились. Ну а как вы думаете? У них то густо, то пусто. Я Жабицкому 3 года пишу, что в случае урожая мы сядем на мель. Я его предупреждал, а он и не чешется. А у меня, может быть, у самого душа крови обливается. Ну вот, нате, почитайте. Вот здесь вся переписка. Мне жену жалко. Пишите, что хотите, плевать мне с высокой колокольни. Мне эта должность вот где. Облпотребсоюз бьет, райпотребсоюз бьет, центрсоюз бьет, пищепромсоюз бьет, облисполком бьет, все бьют, а помочь никто не может. Вот так-то, мой дорогой писака. Мое вам с кисточкой. Постойте, куда вы? Вернитесь! Алло, секундочку. Так, нашел. Федулов виноват, но он ли один? Как? Жабицкой? Сделаем. Погоди, рано еще. Значит, Федулова вынимаем, и будет так. Жабицкой виноват, но он ли один? Ага, попался. Здрасте, Семен Семенович, это я. Здрасте, здрасте. А мы на экскурсию едем, а я с нами. Эй, привет рыцарю гнилой картошки. Едем с нами, Семен. Никуда я не поеду. Склочники вы, кляузники. Да не дергайте, Семен Семенович, так надо было. Семен, будь здоров. Так вот, какие у тебя дела. Ясно? Лялечка, здравствуй, Лялечка. Я с народом тут толковал. А я видела, как толковал. Домой можешь не приходить. Лялечка, это недоразумение, Лялечка. Случайная встреча. Они известны на экскурсию приехали. Едут, а я стою. Я воблу купил. Воблу? Да, 2 кило, вот. А ты ведь воблу терпеть не можешь. Я? Я для тебя. Для меня? А ты ведь знаешь, что я воблу тоже терпеть не могу. Для кого ты воблу купил? Для Макарова. Для какого Макарова? Из газеты. А для чего ты ему воблу купил? Они филитон собираются на меня написать, а я не виноват. Ясно, взятку дал, негодяй. Да он не взял даже. Гражданка! Не рассуждай, взвесь. 1,6 кило. Говоришь, не давал взятку? Да не он. Это Жабицкий выпросил у меня 3 штучки. С пивом, говорит, очень хорошо. Слушай, иди в милицию сам. Тебя спасет чистосердечное признание. А я с Макаровым поговорю сама. Лялечка! Ляля! Лялечка! Жил, алло! Алло! Девушка! Дайте зарю! Какой-то пароль спрашивают. Дом. Слышь, песни, какой-то пароль спрашивают. Сейчас, сейчас, Пушницын, какой у нас пароль? Я не знаю, сейчас какой-то новый. Мишка, наверное, знает. Можно? Заходите, Евгений Ильич. Поздравляю вас с днем рождения. Спасибо. Михаил Иванович, у меня к вам просьба. Прошу. У нас в отделе культуры... Свободная единица. Так. У меня есть подходящая кандидатура. Способный молодой человек. Но, может быть, имеет смысл дождаться Василия Петровича? Без него все-таки не очень удобно. Михаил Иванович, старик, вы же знаете, как Солдатов относится к молодежи. Ну, это вы зря, Солдатов честный человек. А я не говорю, что он не честный, упаси бог. Но мне с вами легче разговаривать. Молодой человек здесь позвать? Конечно. Алик!
Макаров. Здравствуйте. Вы какой институт закончили? Он прошел курс пищевого института. Был главным редактором «Стеной газеты». Пищевого? Ну ведь это ж в культуру. Но он справится? Уверен. Вот заявление его подпишите в отдел кадров. Пожалуйста. Поблагодари, Михаил Иванович. Спасибо. Пожалуйста. Извините. Большое спасибо. Не за что. Да. Здравствуйте, Вера Степановна. К нам претензия какая? Почему написали, что Миловидова старейшая актриса вашего театра, а что? А вы старше? Простите, а сколько вам лет? Сколько? Ну, хотите, мы дадим опровержение? Не нужно. Ну, пожалуйста, простите, мы в следующий раз обязательно учтем. До свидания, Вера Степановна. Разрешите? Да. Здравствуйте. Жабицкий моя фамилия. Прошу. Мне Семен сказал, что у вас вопросы ко мне могут быть. Какой Семен? Федулов из Райзагота. Читайте, читайте. Макаров, какой у нас пароль? А вам зачем? Ну надо. Не знаю, спросите у секретаря. Так что вам угодно? Хотел бы кое-что уточнить. Михаил Иванович, тут какой-то тип пароль спрашивает, говорит, что вы разрешили. Дать? Дайте. И еще, Клавдия Николаевна, прошу вас, не впускайте сюда никого без предупреждения. Да, ну вы же сами говорили. Ну, просил, теперь передумал. Хорошо. Так, слушаю вас. Да, у нас сейчас так. Жабицкий виноват, да. Но он ли один? Нет. Почему молчит руководитель промышленно-пищевого союза товарищ Жагар? Ага, понимаю, значит будет так. Жагар виноват, да, но он ли один? Нет. О чем думают? Сделаем. Готовь деньги! Правильная постановка вопроса. Конечно, Жагар больше всех виноват. Вывез бы он овощи вовремя, и все было бы в порядке. Да. Пожалуй. Так может позвать его, он здесь в приемной. Как в приемной? Так мы вместе пришли. Позовите. Олег, заходи. Я вас приветствую. Здравствуйте, садитесь. Ну вот мы и выяснили, что если бы вы своевременно вывезли овощи из районной заготовительной конторы на ваши предприятия, то не пропадали бы, не гнили тонны народного добра. Верно это? Ну, а как же, конечно, верно. Ну, тогда все. Вопросов больше нет. До свидания. Нет, не все. Ишь, какой шустрый. Так с людьми не разговаривают. Вы давно за главного? Сегодня первый день. Ну, оно и видно. А вы меня спросите, почему я не вывез овощи? Спросите. Почему? Потому что я действовал в соответствии с планом. У меня транспорт и мощность предприятий рассчитаны в соответствии с планом. Они план перевыполнили, хорошо. Но откуда я мог знать, что они его перевыполнят? Не мог я этого знать. А вы говорите, все. Вот если бы меня они за год предупредили, тогда бы другое дело. Это точно. Если бы они в прошлом году сказали, все было бы по-другому. Что ж, по-вашему, получается, что колхозники виноваты? А кто же? Нет, колхозники, конечно, не виноваты. Но и мы тоже. Товарищи, но мне кажется, что если бы вы неформально отнеслись к этому вопросу, как вы это делаете, а творчески, то все было бы в порядке. А что я могу сделать, если мне вагонов не дают? А кто конкретно не дает? Ну, это бесполезно. Они ни при чем. У них вагоны давно уже расписаны. Я не понимаю, что ж такое? Замкнутый круг какой-то, что ли? Не верю. Все от Королева зависит. Все в его руках, только я этого не говорил. Виктор Кузьмич, это опять я, Макаров. Вот что. Вычеркни, Жагар виноват, да?
Но он ли один? Нет. Ты меня понял? Какие деньги? И мне. Алло, Заря! Кто у телефона? Председатель? Слушай, как тебя зовут? Анатолий Кузьмич? Слушай, Кузьмич, такое дело! Как фамилия пацанов, которые в пруду тонули? Никто не тонул? Да нет, ты просто не знаешь. Слушай, у тебя пацаны-блондины есть? Напалом? О, выясни, кто из них тонул и доложи. Я из газеты говорю. Как это тебе некогда? А ты что делаешь? Работаешь? Ха, плохо ты работаешь, если знаешь, кто у тебя тонет. Кто говорит? Макаров моя фамилия, слыхал? А? То-то же. Смотри у меня, найди пацанов. А то вот я тебе на карандаш возьму. И давай-ка нам все побыстрее. Нам подвиг описать надо. Что? А ты созови и допроси. Ну, будь. Будь. Макаров. Да нет, я пошутил. А вы не юлите, я по глазам вижу. Вы что ж, взятки берете? Какие взятки? Воблу. Федулов признался. Да я Воблу 2 года в глаза не видел. Пьяный. Товарищи, прошу быть свидетелями. Макаров находился на работе в состоянии опьянения. Да не Макаров я. Ну, значит, что она привязалась-то ко мне? А ну. Это что? Это что? Это виски Джонни Йоркер. Понятно. Отдай. Товарищ, ну скажите, что я не Макаров. Гражданочка, он действительно не Макаров. Вот. Ваша фамилия? Моя Пушница. Да не Макаров. Ваша фамилия? Ну, Шишков. Понятно. Ну отдай, ну я прошу тебя, ну. Милиции получишь. Отдай! 6.50 стоит! Негодяй! Последний раз спрашиваю. Кто тонул? Значит, не хотите сознаваться. Неужели вам, товарищи, не стыдно? Неужели вам честь родного колхоза недорога, а? Дядя Вань, я тонул. Ты, Пантелеев? А ну-ка, иди сюда, иди, иди. Ну-ка. А ну-ка, становись лицом к народу. Кайся. Будь здоров. А кто еще? Еще один должен быть. Вовка Федоров, он дома сидит, свинкой болит. Куда вы, Михаил Иванович, занят? Пусти, бюрократка. Кто главный редактор? Я. Ну, мы пошли. Пока. Стой, откуда я тебя знаю? Ты же Обецкий? Нет, я не он. Меня с ним все время путают. Откуда я его знаю? У меня заявление на ваших сотрудников. Я прочитаю. Сотрудник газеты «Радуга» М. Макаров, находясь на службе в состоянии опьянения, взял от гражданина Федулова взятку в размере 400 грамм воблы. Минуточку. Спокойно. Сотрудники Пушеницын и Шишков, очевидно, соучастники обвиняемого, покрывали его и старались занести следы с целью введения в заблуждение честных граждан. М. Макаров, беря взятки, позорит звание советского журналиста. Прошу привлечь М. Макарова к судебной ответственности. По скрипту. В комнате Макарова спала женщина явно уличного происхождения. К всему прилагаю вещественные доказательства, бутылку в количестве 1 с неизвестным напитком явно алкогольного происхождения весом 400 грамм 15 ноября 1966 года, Любовь Федулова. Копию я отослала прокурору и в газету «Сельская жизнь». Простите, хорошо. Вы что, жена Федулова? С сегодняшнего дня бывшая. Павловна! Да, Михаил Иванович? Клавдия Николаевна, соедините меня, пожалуйста, с Королевым. Сейчас. Павловна! Павловна! Чего кричите? Тут я. А я уже начал беспокоиться. Открывайте скорее. Тот ее нож, что ключ я куда-то задевала. Немедленно откройте дверь! Да, сейчас я посмотрю, может, я у вас его в кабинете оставила. Тут такое творится, что...
что голова у меня кругом идет. Эй, Павловна, подождите! Подождите, не уходите! Что у вас там творится? Мишка Макаров как главным стал, с девкой спутался. Взятки берет. Не может быть! Может. Он молодой еще. Боже. О, Боже. Василий Павлович, Василий Павлович, можно мне домой? Голова очень болит. А? Ой, что я? Вы улетели ведь, Василий Павлович. Да, возьмите, можно? Входите. А, садитесь. Здрасте. Откуда? От уборщицы? Ох, разбойник. Да нет, 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 нет. Не осуждаю, со всяким бывает, один раз живем. А? Что? Глупости говорю? Макаров женился? Ой, что вы говорите, а я все проспала. А? Нет, Павловна не видела. А, алло! Алло! Вам кого девушка? Да мне Михаил Иванович Макарова. Ну его здесь нет, он выше. Спасибо. Подождите. Подождите. А я вас знаю. Вы его невеста? Поздравляю. Не-не-не. Поздравляю, Миша очень хороший парень. Только бюрократ. И вы скажете, бюрократ. Ух, кого я вижу! Здорово, дружище! Здорово! Ну, садись, садись, рассказывай, как живешь. Ничего. Ну, а кого из наших ребят видишь? Да никого не видел, разъехали. Соню Ковалеву встретил, говорят, замуж вышла. А, ну, это я знаю, она за меня вышла. Собственно, я по делу к тебе. Знаю, знаю, слыхал. Ты, говорят, воблы увлекаешься. Ладно, шучу. Давай серьезно. Слушай, ну что у тебя? Алло. Понятно. Королева выкидываем. Что остается? Остается, мы никому не позволим и так далее. 5 строк остается. А вместе с письмом 115 строк. Сделаем. На, больше я с тобой не спорю. Макарова нет. Это я. Это вы. Сейчас несу. Никак найти не могу. Пушницына не видали? Нет, Михаил Иванович. А вас не смущает, что племянник Евгения Евгеньевича сделал при заполнении анкеты 34 ошибки? Ну тогда гоните его. Уже поздно. Теперь только через суд. Ну ладно, потом что-нибудь придумаем. Где Пушницына? Не знаю. Михаил Иванович, можно мне домой? У меня масса Потом, потом. Здравствуйте, Михаил Иванович. Здрасте. Срочно нужны 115 строк. Есть у вас что-нибудь? Есть. Современное звучание старинного инструмента о гитаре. Сколько строк? Примерно 38. Мало. Раздуйте как-нибудь. Раздуй. Где Евгений Евгеньевич? К вам пошел. Ой, вы меня, наверное, не узнали. Узнал. Узнал. Простите, у нас полоса горит. Евгений Евгеньевич, выручайте, срочно нужны 115 строк, иначе мы не выпустим сегодня газету. Есть кое-что. А что надо? В каком разрезе? Что-нибудь актуальное. Вот актуального ничего нет. Миша, у нас героический поступок шофера Петра Лихова. Пойдет? Пойдет. Сколько срок? 15. Мало, не пойдет. Добавим. Евгения Евгеньевича нет. Я. Вы это, несу? Несу. А что, я когда в ящике работала, мне... Не ругайтесь, сейчас принесу. Я тебе сказал, порви и выбрось. А почему это, собственно говоря? Хватит дурачком прикидываться! Ты типичный перестраховщик. Неужели ты взрослый человек, не понимаешь, что это, с позволения сказать, рецензию нельзя печатать в газету? Прости. Ты...
простите, ради бога, ты перестраховщик и конъюнктурщик. Человек сам просился, сам. А ты... Михаил Иванович, извините, но мне надо уходить. Вот я вам шампанское принесла. Шампанское? Какое шампанское? Ну как же, вы же сами сказали, разопьем по поводу письма. Никакого письма не будет, вранье все это. Что ж по-вашему получается? Не надо строить ясли, не надо строить стадионов, надо все бросить и строить склады, так что ли? Если вы план перевыполняете, надо было заранее об этом предупредить. У нас планомерное развитие. Ну как же можно заранее? А вот так, какие же вы специалисты, если не знаете заранее, сколько у вас родится? Вам учиться надо, а не письма писать. Да вы... Как же... Эх, вы... Маша, Машенька, я не то хотел сказать. Машенька, я не то хотел сказать. Маша! Маша! Василий Петрович? Как видишь, собственной персоной. Вернулся нелетные погоды. Такой, брат, переплет попал, еле вырвался. Ну, проходи. Проходи, проходи. Садись. Ну, молодец. Какое письмо колхозников-то организовал? Вот это уже доказательство. Теперь можешь назвать виновных. Василий Петрович, виновных нет. Как это нет? Федулов ссылается на Жагара, он не виноват. Жагар на Жабицкого, он тоже не виноват. А все вместе они ссылаются на план и на товарища Королева. А товарищ Королев, боюсь, что он тоже не виноват. Знаете, как получается? Картошка гниет, а виновных нет. Так вот об этом и надо писать. О чем? О том, что картошка гниет, а виновных нет. А те, кто прячется за портфели и за бумажки. И о том, что вместо личной ответственности получается коллективная безответственность. О плохой организации дела в королевском ведомстве. Вот о чем. Если мы не напишем об этом сегодня, завтра мы тоже будем виновны в том, что гниет картошка. Усвоил? Ну вот и пиши. Пиши, пиши. На, твоя взяла. Не будешь спорить. Мишка парень принципиальный. Thank you.